В Серпуховском филиале военной академии РВСН имени Петра Великого состоялся 27-й чемпионат городского округа и гарнизона по тяжелой атлетике среди молодежи и спортсменов старше 30 лет на приз заслуженного работника физической культуры России, многократного чемпиона мира и Европы Василия Петровича Зубова. В общей сложности за призы чемпионата боролись 35 сильнейших спортсменов. Среди них кандидат в мастера спорта по тяжелой атлетике, заместитель председателя Федерации тяжелой атлетики майор Михаил Гущин. Данным мы соревнованиями популяризируем тяжелую атлетику в принципе и силовые виды спорта в городском округе Серпухове. Как вы видите, очень крепкие ребята выступают, которые впоследствии могут переносить все тяготы и лишения военной службы, так как у нас в филиале очень много достойных учителей. Победителей определяли в каждой весовой категории возрастной группе по наибольшему суммарному весу, поднятому в рывке и толчке. По итогам были отобраны спортсмены для участия в чемпионате Московской области.